Так. Всем привет, это новый выпуск «Я линуксоид», он посвящен такой вещи, как тиеринг, как избавиться от него. Я столкнулся с тиерингом какое-то время назад. Вообще, что такое тиеринг? Ну вот, я смотрел видео в VLC плеере или в YouTube и стал замечать, что вверху кадра, вот сейчас попытаюсь показать на экране, вот как-то вот в верхней части кадра возникают такие полоски, переглюки, то есть переглюк, состоящий из исходного изображения. Я с таким раньше не сталкивался, я покопался в сети, узнал, что это называется тиеринг. Тиеринг проявляется по-разному, но вот иногда он проявляется именно так, и это распространенное явление. И у меня видеокарта Radeon, причем я все время забываю, какой именно Radeon, потому что эти Radeon на нашем компьютере домашнем появились после того, как мы сменили карту Voodoo на один из Radeon. И потом вот постоянно покупаем все новые и новые Radeon. Вот, сейчас какой-то Radeon стоит. Так вот, как справиться с тиерингом под Radeon? Во-первых, если вы не хотите возиться вот с этим, вот, то в VLC плеере без тиринга видео выводится, если в опции вывод выбрать X11. Вот, X11, если. А вот если там через VDPAU выводить или OpenGL, то может проявиться этот тиринг. А может не проявиться. Зависит от местных условий. Но если у вас есть тиринг, надо под рутом править, вот идете в add x11 и открываете в текстовом редакторе файл x.org. Тут находим вот секцию device, вот прописан какой драйвер, вот может быть там что-то другое, IT, и просто вот в эту секцию device добавляем option tier-free on, именно с кавычками, как оно есть. Потом мы сохраняем это дело, потом перезагружаем иксы, ну можете просто комп перезагрузить. И пробуйте, смотрите, там VLC Player, выберите там VDPAU, OpenGL вывод, либо в YouTube проверяйте тиринг. Во всяком случае, у меня тиринг исчез вот с этой опции. Всем пока, до новых встреч!